Для того, чтобы их почистить, мы поддеваем пальчиком вот сюда. И очень-очень легко они чистятся. Выбираем все. Быстро и легко. Вот он шампиньон. Вот мы поддели. И все. Шампиньон. Потом эти места отрезаем. И шампиньоны наши готовы. Еще раз показываю. Вот так вот отсюда выгребаем. Просто вот так выгребаем и отворачиваем. Вернее, отворачиваем и выгребаем. Вот, пальчик просунули и потянули. Пальчик просунули и потянули. Просунули. Потому что если просто вот так ковырять, будет не всегда получаться поднять. А если сюда пальчиком просовываем, то очень удобно. Ну вот еще раз показываю. Вот, просунули пальчик. И подняли, просунули и очистили. Вот так. Вот так. Это я медленно показываю, чтобы видно было и понятно. Вот так мы чистим шампиньоны. Скоро будем готовить.